Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 280-е упражнение. Прочитаем задание. Какими буквами обозначен звук «п» и звук «т»? Дуб качает головою, сосны ветками шумят, и осыпан мокрой хвоей по утрам осенний сад. Так, давайте ответим на вопрос. Дуб, звук «п» обозначен буквой «б». Осыпан, звук «п» обозначен буквой «п». По утрам звук «т» обозначен буквой «т». Сад, звук «т» обозначен буквой «д». На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.